Самокат на обочине, автомобиль на аварийке. Водитель машины переживает. Все произошло мгновенно. Затормозил перед пешеходкой, а тут раз и удар. Мальчишки вылетели неожиданно. Ну, в самокате вдвоем выехали на том самокате. Угу. Я просто удар почувствовал, все, переднее колесо. Потом вызвал скорую и ДПС. Пунктом 24.8 ПДД запрещено перевозить на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. За это грозит штраф. Кроме того, подростки не спешились перед пешеходным переходом, что тоже является нарушением. ДТП произошло в районе 12 часов дня напротив дома строителей 30. В момент наезда двое подростков находились на этом электросамокате, который они взяли в аренду. Подростков 14 и 15 лет сразу же увезли в больницу. Тот, что был за рулем, получил перелом ноги. Его пассажир отделался ссадинами. В этой ситуации сейчас разбираются сотрудники ГАИ. Светлана Шумкова, Александр Халин. Новости НТР.